Вас приветствует студия Universal Power, студия танца. Меня зовут Андрей Андрофон, моего напарника Виталий Крах. Так, сейчас я вам покажу заход с поворотом на футбол. Он очень простой. Начинается движение так. Правая нога вперед, делает шаг. Левая рука опускается вниз, ставится на пол. И левая нога подсекает. Идет движение подсекания правой ноги. Выходит вперед. Правая нога ставится опять на место. После этого левая нога ставится под себя, чуть корпус тела переносит вперед. И после этого мы переваливаемся на правую руку и правой ногой делаем вот такое движение. Выглядит вот так вот. Раз, два. Давайте еще раз я покажу медленно. Значит, делаем шаг правой ногой вперед, левая нога опускается в пол, левой ногой движение идет вперед, и левая нога как будто подсекает правую ногу, правая нога выходит вверх и ставится за левую ногу. Движение левой ногой продолжается вперед, садимся на пятую точку нашей любимой, после этого подставляем левую ногу в пол, а правая нога у нас уходит вот в такое положение. Опираемся на правую руку. Итак, покажу медленно. Делается это очень просто. Делаем шаг правой ногой вперед. Левая нога опускается, левая рука опускается в пол. И движение левой ногой идет через правую сторону. При этом левая нога как будто подсекает правую ногу, она у нас оказывается в воздухе, левая нога выходит вперед. После этого мы перевариваемся на правую сторону и встаем на левую ногу, корпус тела выносит вперед, чтобы встать на левый носок. Правая нога у нас делает движение вот такое вот и оказывается в таком положении. Быстро это выглядит вот так. Раз, два, три, четыре. Все очень просто. После этого движения мы можем делать спокойно футбол. Итак, сейчас мы разучим такой элемент футболки. Очень простой. Садимся на корточки. Центр тяжести четко под нами, опираемся на левую руку и делаем движение ногами, выстреливающее вперед. Раз, два. Обе ноги, они выстреливают вперед. Раз, два. То есть сделали выстрел один, чуть вперед и в правую сторону. Раз, два. Поменяли руки местами, перенос правое на пол. И также выстреливаем ноги вперед и влево. 3-4. То есть получается у нас такое движение. Раз, два, три, четыре. Как это будет в футболке, то есть вы делаете какой-то футбол. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Оно достаточно легкое, поэтому надеюсь, у вас оно получится. Давайте еще раз я в другую сторону покажу. Опираемся на левую руку. Ноги согнуты, сидим на корточках. Центр тяжести четко под нами. Выстреливаем ногами вперед и вправо сейчас. Когда левая нога на полу, выстреливаем ногами вперед и вправо. Раз, два, обратно.
меняем руки местами, выстреливаем ногами, вперед и влево, когда правая рука на полу. 4. Раз, два, три, четыре. Вот такое несмысловатое движение. Как это будет выглядеть в следующем? Давайте попробуем показать. Так, сейчас я покажу еще один момент фото. Исходное положение. Левая нога впереди, правая под собой. Опираемся на левую руку. Сейчас делаем поворот в левую сторону. Переваливаемся на левое колено. Правая нога идет по дуге вперед. Вот у нас перед собой оказывается. И в этот момент мы меняем руки местами. Дальше правая нога продолжает движение по дуге. Мы подставляем вторую руку и в этот момент приподнимаемся на руках, приподнимая левую коленку. И правая нога проходит под левую коленку и возвращается обратно. То есть мы сделали такое движение правой ногой по дуге, по кругу и вернулись в исходное положение. Давайте еще раз попробуем. Вот с этой стороны я сейчас покажу. Левая нога у нас выпрямлена, правая под собой. Опираемся на левую руку. Разворот идет на левую сторону, ставим на левую коленку, желательно иметь наколенники на колени, чтобы не обвить себе коленки. Дальше правая нога идет по дуге вперед, меняем руки местами, сейчас правая у нас опорная, продолжаем движение правой ногой, ставим вторую руку, приподнимаем левую коленку и правая нога проходит под левую. То есть выглядит так где-то вот так. Раз, два. Раз, два. Вот таким образом. Раз, два. Как это выглядит быстро? Сейчас покажу. Так, далее рассмотрим одну из вариаций на твор, которая делается через колени. Делается движение вот так, начинается вот с базовой позиции, выносится вперед, сначала левая нога, потом меняется прыжком и правую ногу выносим вперед. Потом также эти два шага делаются на колени, то есть правая нога ровная, и она первой ставится на колено. Потом ставим оба колена и выносим левую вперед. Таким же движением. Показываем медленно еще раз. С базовой позиции. Выносим вперед левую ногу. Потом меняем на правую. Правое колено, левое колено. И опять левая нога входит вперед. Также это движение можно вставить еще один элемент, как бы делать два шага через спину. Видите, это вот так. Раз, два. Раз, два. И здесь делаем переход через спину. Раз, два. И затем через плечо опять заходим на колено. Раз, два. Выглядит вот так.